Вы ей доверяете? Жизнь бы доверился. Здрасте, я Аманда. А вы, верно, капитан? Так, и что стряслось? Ты являешься в мой кабачок в поисках канониров. А теперь ходят слухи, что призрак Северных морей вернулся в Атлантику. Аквила вернулся, и мне нужна его помощь. Николас Бидл теперь служит патриотом. Он капитан Рэндольфа, но он грабит Нантакет, уверяя, что это аванпост лоялистов. И где он сейчас? Легок на помине. Под палубу, Мэнди, так спокойней. Я хочу все увидеть сам.